Сегодня у нас какой день уже? Второй, что ли, мы едем? Третий. Третий день. В общем, в 6 утра мы выехали с Киргизшена, потому что начал капать дождь. Сейчас сидим в машине, греем мясо, которое вчера пожарили. Ну, пьем чай. Курицу едим, вчерашнюю. Сейчас поедем дальше. В общем, мы уже искупались, а сейчас находимся на переезде в сторону Бинео. Ветер жесть, погода испортилась. Сейчас на улице в районе 20 градусов. Вот, и мы остановились. Я хочу показать термитники. Термитники выглядят вот так вот. В Казахстане их очень много. Вот они, вот такие вот бугорки. Здесь все поле в них. Не знаю, там за моей спиной, наверное, не видно. Вот так вот выглядят термиты. Маленькие. Некоторые бывают с крыльями у них. Вот он пошел. Вот такие вот норы у них тут внутри. Термитник очень прочный. Ну, не разломав, не получится увидеть. Вот он. Термитники мы посмотрели. Теперь у нас обед. Доедать надо курицу, иначе ей будет хана. Вот, остановились. Да, напротив у нас стоят работники, работают. Молодцы. Кого-то поймали. Приехали на заправку. Газ заправляем. На Соре Тузбаир нас ждал сильный порывистый ветер. Найти безветренное пространство нам не удалось. И на ночлег мы здесь оставаться не стали. Поэтому быстренько смотрим Сор и едем дальше. Выходим на трассу и двигаемся в сторону горы Шаркала. Там мы встанем на ночлег. Thank you.
Мы приехали к горе Шаркала. Не стали останавливаться на Сорт-Узбаире, там, потому что ветер адский просто совсем сносит. Вот у нас тут чаек, короче, кофеек. Сейчас вот Ролтоном закинемся. Сегодня у нас микро-ужин, потому что хочется сильно спать. Ну, может быть, чуть-чуть посидим еще. Вот уже стелимся, в общем. Завтра дальше поедем. Все, в принципе, у нас уже ночь. Костер догорает. Все постоянно у нас в чате спрашивают, в путешествующем, где ж мы взяли дрова в степи-то. Ну, в общем, где едем, видим, подбираем просто и все. Потому что с дровами здесь проблема. Деревьев потому что нет. Вот это вот сейчас догорели, видимо, какие-то ящики или забор, что-то из этой серии. В общем, пошли мы спать. Завтра будет у нас новый день.